Ну, волнение, оно всегда есть перед игрой, ну, потому что не знаю, чего ждать, настраиваешься, как бы после пару сменок ты уже как бы в игре весь, и волнение пропадает, и не знаю, стараешься, выходишь, играешь, бьешься. Сильно удивились, что вот так много молодых поставили, или все-таки по плану все было? Нет, если честно, были сильно все удивлены, как бы даже не думали, что столько, ну, человек будет играть практически, ну, из основного состава никого не было, ну, пару человек, ну, там, несколько, и были очень сильно удивлены. Между собой что-то обсуждали перед матчем? Да не, зачем, просто настраивались, как бы друг друга подбадривали, ничего особенного, в принципе, не было. А как сам в матч вошел, по ощущениям, насколько сложно было? Ты говоришь, первые две смены сыграл, вроде входишь, но вот как лично был внутри? Ну, если честно, нормально, ну, в принципе, что, не знаю, даже нормально влился. Первая смена, в принципе, стал отрабатывать, играть по заданию. Сегодня отличиться удалось, как-то вдохновляет тебя на будущие успехи, как, насколько гол для тебя важен? Ну, если честно, очень рад, обрадовался, что забил, но это ничего не значит, надо дальше продолжать работать и доказывать, и дальше только вперед. Матч сложно сложился в конце, три гола пропустили, довели до буллитов, вот насколько такие победы вымученные, но с трудом, когда вели, потом снова ничья, вот какие как, победы как складываются на психологии, насколько это круто, вот такие победы одерживать? Ну, я не знаю, мне кажется, это должны были в основное время победы одержать, потому что 3-0 вести и доводить до овертайма, до буллитов, я думаю, не должны, хоть мы и молодая команда, но все равно, я думаю, мы должны были на третий период выйти и просто сыграть по заданию, но... Некоторые вбрасывания проиграли, из-за этого пошли голы.